Саженцы смородины черной Золушка ценятся за простоту выращивания, высокую зимостойкость и урожайность, а главное, за исключительные пищевые и лечебные достоинства ягод. Сорт среднего срока созревания. Ягоды довольно крупные, с черной плотной кожицей и нежной мякотью. Они обладают сладким десертным вкусом и ярко выраженным характерным ароматом. Большой урожай смородины черной Золушка используют для потребления в свежем виде и для приготовления компотов. Ароматные листья можно высушивать и употреблять в чай. Смородина черная Золушка – это кустарники. Смородина черная Золушка имеет средний срок созревания. Важно, что смородина черная Золушка самоопыляемый, обоеполый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.